Сегодня у нас обзор на половину охуительную, половину хуёвую игру под названием Crash Metal. Это игра, переношенная с ПК версии на Android. Ну, это пока что бета-игра, но уже можно сказать то, что она прикольная. Чисто для меня охуительная в ней это только графон. А так, геймплей хуйня, игра хуйня, сам процесс игры хуйня, оптимизация хуйня, и все. Только мне графика нравится. Ну и машины нравятся. А остальное все хуйня, ребята. Если вы послушались меня, то можете сразу выключать ролик. Ну, мне просто понравилась эта игра, и я решил заснять этот ролик. Я на Ютубе, конечно, хотел посмотреть на эту игру. Типа, я хотел попросить уважаемого накуренного енота, ютубера моего самого лучшего, знаете такого, наверное, который тоже пидорас в МТА снимает. Короче, я хотел попросить, чтобы он эту игру снял, хоть на телефон, хоть на ПК, если он может. А на самом деле он мне сказал, иди нахуй, ёбище, иди сам поиграй. Я его, короче, отпиздил и пошел сам снимать. Ну, короче, что я могу сказать? В Ютубе нету про этой игры, там 1-2 обзора и все, на русском. Поэтому я решил сам снять именно на телефон. Ну, короче, у меня сломка, к сожалению, потому что нормальной версии нету, потому что я там с кэшем они хуёво работают, только вот эта вот херня работает, которая сломанная. Ну, и то хорошо, то, что она работает. Итак, мы в игре. Что тут есть? У нас есть тут машина, ну, конечно, я тут уже две машины купил. Тут поиграл немного. Ну, короче, у нас тут имеется 13-шка. Вот это вот, да. У вас 2013. Хотя, похуй. Вы знаете, что это за машина, я тоже знать не хочу, что это такое. Вы прекрасно знаете, что я скажу про эту машину. Это Nissan Silvia S13. Я вообще, когда с кое-кем разговаривал, я вообще про ошибки сказал, то, что это Nissan Skyline S13. Я тогда просто, блядь, хотел вот так вот языком говорить. Ну, короче, мне эта машина очень понравилась. Именно по внешнему виду. Не то, что в игре, а по внешнему виду, блядь. Просто посмотрите на эту жопу, блядь. Пиздец, нахуй. Эту дырку я, кстати, сделал. Охуительная. Как у моей будущей. Ладно, тут даже написано, что это Silvia S13. Ну, давайте просто посмотрим, что у нас имеется. Тут сверху у нас зеленая капля какая-то, 10 штук у нас имеется. Внизу бесплатные машины, что-то херня, короче, спам один и тот же. А справа у нас имеется донат, вот этот вот вью со смайликом. Тут, кстати, смайлики есть, которые в ВК. Ну, не те, которые добавили уебищные вместо дизлайков, а нормальные, типа, в чатах добавить. У нас куча денег имеется, у нас имеются уровни. Что тут у нас? Ну, тут у нас 100 уровней, и сверху у нас показывается именно тот уровень, который у нас показывается. Ну, я не хочу, к сожалению, идите нафиг, я даже смотреть не хочу. У нас имеется онлайн, я не буду в него смотреть, потому что он сломанный. И кто будет вообще сейчас играть эту игру? У нас имеется play single, это просто в город выехать, покататься. И по городу там есть трассы, как в NFS Autoground. И там можно покататься. Кстати, забыл про это сказать, то что эта игра довольно очень похожа на NFS Autoground 2. Я, к сожалению, позер, потому что я не играл в эту игру, только в первую часть играл. Мне она не понравилась и удалил. Я, конечно, не рос на первой части, я рос на NFS Most Wanted. Как бы, да, можете меня избить и обосрать в комментариях. Кстати, вот посмотрите на эту машину, видите, синие полоски идут, как будто как в Киберпанке. Кстати, эта игра, я хотел еще сказать, блядь, я много хотел что сказать, но я пидорас. Она очень похожа на Киберпанк, но вы потом сами все увидите. Cars есть, кустомизация есть. Ну, первое это перформанс, то, что мы можем прокачать эту машину. Ну, тут в этой игре и тормоза вот это вот все увеличиваются, ну и лошадиные силы, ну, мощность вот это вот все. У меня тут только турбина вот эта прокачана. Да? Только турбина? Ну да, только вот эта турбина, потому что она совсем медленно ехала. Медленнее Лады. Ну, а так тут, типа, можно бампер поменять, вот, можно вот так вот поменять ее. У нас еще есть задний бампер тоже. Со стороны не видно, но пусть. Или что это, я не совсем понял. Или это капот? Да, это капот. Вот.
Ну, короче, тут можно все поменять, тут можно и колеса поменять, ну, типа развал сделать, ну, короче, как обычный тюнинг. Ну, мы только винил посмотрим, что тут у нас из винил, потому что вот винил, это у нас что? А, это не то. Или это винил? Да, ёшкин кот, или... И вот винилы, я не туда просто нажимал. Вот у нас такие имеются. Есть логотипы, вот такие вот японские. Есть вот такие вот штуки, которые на весь, всю машину, даже Angry Birds есть. Это уже такие левые смайлики. А эмоджи, это вот эти вот, говорю, то, что ВК. Ну, видите, как они уёбищно тут выглядят. И тут не все эмоджи есть, которые я даже хочу. Допустим, луну я хочу, улыбающуюся. А я тут нахуй нету, блядь. Где это тут? Арабы только нахуй. Ладно, забудем про это. И тут еще настройки есть. Ну, тут графика вот так медиум выглядит. Ну, тут типа получше графика, получше машина выглядит. Уже это Хинг, это еще лучше выглядит. А ультра, это вот, видите, просто, блядь, я не знаю, это передастся у вас, ну просто посмотрите, блядь, это уже очень красиво, нахуй. Вот пусть кто-то скажет, что графон хуйня. Ну, к сожалению, у меня телефон говно, я на низком качестве катаюсь. Ну ладно, давайте смотреть. Вот, короче, мы заезжаем в город, и у нас тут дороги и звук везде. У нас тут такой город, киберпанк, и просто... Блять, извините, пожалуйста, я сейчас отлучусь сбавить графику. Короче, к сожалению, у меня не получится сбавить графику, поэтому я на видеомонтаже немного ускорю это видео, вы, наверное, уже заметите. И поэтому я там чересчур быстро, наверное, буду говорить. Хотя все равно, видите, просто даже вот чуть-чуть, 3 километра сейчас будет, и он будет на месте дрифтить. Это вообще первый недочет. Ну ладно, давайте покатаемся по городу. Вот даже она потихоньку заносит. Тут как бы дрифт-мод есть, но его сейчас нету. Вот потихоньку давай проедемся. Да, тут, конечно, оптимизация и управление говно. Искры очень реалистичные, точнее, не реалистичные, а прикольные. Вот гонка есть, но чуть позже покатаемся на этой гонке. Вот так вот бачком можно повалить, но у меня, к сожалению, перевалило. Тут, к сожалению, через кусты нельзя будет проехать. Но в некоторых местах, возможно, можно проехать, но не здесь. А так, типа, просто посмотрите, какой кайф. Вот, видите, красиво валим бачком. Ну, тут дрифт, конечно, очень неудобный. И сам вот этот графон, то, что так поворачивает. Так, ну, давайте не уедем с города. Потому что вы видите, как тут что происходит с моей графикой. Это терпеть я не могу. Вы там, возможно, когда будете смотреть, можете немного протерпеть, но я не смогу протерпеть это. Вот тут вот, почти. Я бы почти уже проехал нормально этот бачок. Ну ладно, вот так вот по окраине города будем кататься. Давайте дрифт-мод включим. Просто смотрите, как она будет валить. Движок чисто на турбине стоит, и она выдает 400 лошадиных сил. И просто посмотрите, как она просто валит. К сожалению, он слишком маленький или большой выворот, и она переворачивает на эту машину. Не переворачивает, я убавлю, к сожалению, извините. Она как бы не переворачивает машину, а как бы в другую сторону разворачивает абсолютно. В этом городе абсолютно нету трафика, просто как бы чисто город, это бета-версия. Тут только вот эти вот аплокации, вот эти по городу висят, и все. А так вот этого всего нету. Также есть вот такие вот дырки, типа вот сюда заезжаете, и тут типа вот такой проход есть, типа как будто это в гараж, но на самом деле это не совсем гараж. А просто это... такая... просто обычный тупик. Это, возможно, делается для того, чтобы в онлайне в прятки играть или что-то типа того. И не совсем я это знаю, не разбирался. Ну, как бы тоже это прикольно, это сделали. Может, от ментов в будущем. Вообще, изначально, когда вы покупаете машину, то у вас очень она медленно едет. Типа, ну, не знаю, может, это только с 13-й Сильвии так. Но на других машинах я...
не проверял особо. Типа, вот на этой машине она очень медленно ехала, вот отвечаю. Я поставил турбину максимальную, которая тут есть. И как бы да, она уже нормально едет, типа под 200 с лишним разгоняется. Ну, может, перегрев тут такой большой, но как бы эта машина даже до сих пор стреляла даже тогда, когда турбины не было абсолютно. Арабский дрифт? Нет, блядь, нихуя не получается. Ай-яй, блядь! Видите, как красиво бачком раздаем. Вот совсем вот как поворачивает, а нихера она ни бачком не раздается. Ай, блядь, ай, давай, сука. Она просто не хочет нормально ехать. Вы видите сами. Тут еще даже вот эта вот камера-мод есть. Вот так вот, типа, можно управлять. Но там будет инструкция изначально. И вот так вот можно ехать, ну как. Можете по краям экрана нажимать. Ну, к сожалению, у вас тут не будет показываться. Ну, а что поделать? Я не знаю, как показывать. Я не хочу касание включаться. Вот, допустим, вот так вот скриншот делайте именно телефон. И все, можете делать все, что угодно. Вот так вот катайтесь потихоньку, кайфуйте и посылайте эту игру. Давайте посмотрим еще другую машину. Я не хочу вам показывать эту машину, потому что, ну, она не очень мощная. А вот то, что у меня в гараже стоит, это уже капец. Вот у меня вот эта машинка стоит. 32 Skyline. Тут даже название у нее, а нет, есть название. Эту аппликацию я просто нанес, чтобы она голой не была. Ай, блядь, извиняюсь. Вот аппликацию я такую нанес, чтобы она голая не была. И просто сейчас зайдем, когда в эту игру, блядь, что она затупила. Эй, алло. Она у меня затупила. Алло. Я сейчас вернусь. Короче, я решил проблему, то, что у меня не заходило, я просто перезашел в игру, и, короче, просто вот я на первой передаче просто на месте, вот, сейчас через 3 секунды я сделаю отчет, скажу, тронусь с места, и вы увидите, как она будет трогаться. 3, 2, 1. За 1-2 секунды уже до сотки доехал. Это что вообще, блядь, за зверь, пацаны? 1000 с лишним лошадиных сил. Понимаете, что это за мощь у меня в телефоне? Даже бачком раздает. Тут, к сожалению, только задний привод почему-то. Но это зверь, пацаны. Это, я отвечаю, такой мощный зверь. Даже то, что я охуел. Так, давайте на ту дорогу выедем. Я дрифт чуть позже буду на этой машине включать. Но я хочу вот на той большой трассе проехаться, вот по карте увидите, чтобы вам показать, какой это пиздец, какой это мощь. Хотя давайте вот здесь вот чуть-чуть проедемся. Тут тоже типа вот эта дорога. Просто смотрите, какой зверь. НФСки еле до 400 доезжали, а тут все спокойно до 400 почти доехали. Ща, тут, к сожалению, нитро нету, как в Street Racer. Я не хотел говорить НФС, я хотел сказать Street Racer. Ну просто посмотрите, какой кайф, блядь, просто мужики бухают. За рулем они вот так вот летают. Представляете, какое это веселье. Ладно, давайте покатаемся по этой трассе. Возможно, будет лагать. Я не знаю, я гарантии не даю, хотя может гарантии. Точнее, лагать. Вот, короче, у нас тоже машинки есть. Можем, пока тронемся, можете увидеть их. Тут, короче, и как там, субарики есть, и сильвушки есть. Блядь! Видите, как тут меня заносит? Это, к сожалению, не дрифт-мод. Просто даже нормально повернуть не могу, а он все, блядь, чуть-чуть повернул, все это управление намного хуже, чем Street Racer. Хотя у Street Racer, сука, опять поворот пропустил. Хотя в Street Racer там оптимизация получше, чем здесь. Ну, графон там, если говно, то, конечно, оптимизация должна быть нормальная. Хотя та игра тоже говно. Просто, блядь, гоним на 4 турбинах, блядь. Ёб твою ж мать, ребята, ёб твою ж мать.
Все, я уже заехал на одно место, и все, я не выйду. Ладно, попробуем еще раз. Так, мы тронулись. Едем. Я буду останавливаться здесь. Я не буду ехать дальше. Я просто поеду за мной еще один. Нет, двое хачиков поехало, но мы, конечно, знаем то, что 1500 лошадиных сил для нас это не проблема. Для нас это просто смех по катушке. Я просто спокойно еду, видите, просто спокойно, и все. Так, тормозим. Даже если передним тормозом торможу, все, оно ни хрена не хочет поворачивать. Так, потихоньку едем, потихоньку, сука, не лагай. А там нет, полный газ давай. И типа останавливаемся, и все, пацаны, и все. Нам больше ничего не говорят, типа, ну остановился, и все, другие хуй доедут. Пока дождешься, пока другие доедут, уже можно просто, блядь, заканчивать гонку. Ну, даже когда просто в городе вы выезжаете, у нас ручник стоит, надо на ручник нажать, и все. А я арабский ебатор. Не, давайте все-таки попробуем дрифт-мод включить и посмотреть, как будет дрифтиться на 1500 лошадиных сил. Круто, да? Прям очень круто. Видите, какая охуительная игрушка. Просто, блядь, охуительный дрифт. Я горжусь этой машиной. Такой разлобон. Кстати, я то здание, или это оно? Нет. Или это оно? Да, вот оно. Это не оно. А где ты? Суки! Ладно. И, блин, видите, звук тут такой, как будто вы в туннеле. Блядь. Я тут даже не знаю, где тут проезд, который тут был. Секретный. Типа там не было особо ничего. Но я на это хуй забью и поеду в горку кататься. Поехали мы, короче, по волнам, по горам. Блядь, все, ребята, это все. Видите, просто какая охуительная машина. Короче, мой вердикт таков. Игра хуйня, графон охуительный, а все остальное хуйня. Мне понравился только графон и стиль киберпанк. Просто мне нравится то, что ночное, неоново, вот это вот все. Ну, еще даже прикол в том, что тут машины светятся. Ну, мне вообще как-то похуй. Ну, мне немного по кайфу. Вот еще один проезд, но мне похуй. Хотя нет, это тот же проезд. Тут камеру нельзя переключить, да и похуй. Короче, в игру можно поиграть из-за того, что если у вас мощный телефон, то погласить на красивую графику. Это график, даже там в, как там, в кар-паркинг, графика намного хуже, чем в этой. Просто мне понравилась графика, вот и все. Только из-за этого я решил снять этот ролик. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, до завтра или когда-нибудь. Иди нахуй.